Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу предложить простой в приготовлении, но очень вкусный пирог бабушкин с яблоками. Тесто получается по консистенции нежным, таким рассыпчатым, воздушным. Сочное яблочко в дополнение делает этот пирог по-особенному вкусным. В миску я положила размягченное сливочное масло комнатной температуры, щепотку соли, сахар, ванилин. С помощью миксера все перетираю. Далее по одному буду добавлять яйцо, каждый раз хорошо перемешивая. В отдельную миску я просеяла муку с разрыхлителем. Добавляю перемолотый на кофемолке миндаль. Перемешиваю. В яичную смесь добавляю мучную. Муку добавляю не всю сразу, частями. Поочередно с мукой добавляю молоко комнатной температуры. И еще раз хорошо перемешиваю. Яблоки я почистила, разрезаю на 4 части, удаляю сердцевину. Поверх каждой дольки яблока делаю надрезы. Чтобы яблочки не потемнели, сбрызну их лимонным соком. Форму я застелила бумагой для выпечки. Выкладываю в нее подготовленное тесто. Сверху равномерно раскладываю кусочки яблок. Слегка их придавливаю. Выпекать буду в заранее разогретой духовке до 180 градусов в течение примерно 35 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Готовый пирог сверху смажу медом жидким. У меня это каштановый, он придаст дополнительный аромат пирогу. Вместо меда можно смазать джемом, например, абрикосовым, будет тоже очень вкусно. Остывший пирог я посыплю еще немного сахарной пудрой. Пирог получается не только вкусным, ароматным, но еще и очень красивым. И мне остается вам пожелать приятного аппетита, хорошего здоровья, всего вам самого доброго. До новых встреч на видео!